Гляньте, что творится. Елочки стоят, видимо, не проданные с Нового года. Ну, видимо, приготовили их, чтобы выбросить. Стоят возле подъезда. Вот такая вот цена одного дня раз в году. Вам нужна на один день елка. Если вы их не покупаете, вот что ждет эти елочки. Бедненькие отправятся на мусорку. Широка страна моя родная. Много в ней лесов, полей и рек. Новогодняя мусорка.